15 июля любители бегать, плавать и крутить педали приглашают помериться силами на Клестовке и Клестовском пруду. К соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 15 лет со своими велошлемами и шапочками для плавания. Но если их нет, можно будет взять на прокат. В программе будут старты юношей и девушек, женщины, мужчины и корпоративная эстафета. Для юношей и девушек у нас будет дистанция 250 метров плавания, 6 километров велогонка и 4 километра бег. Для всех остальных категорий будет 500 метров плавания, 12 километров велогонка и 4 километра, получается, завершение. В корпоративной эстафете участие командное, по одному этапу на каждого из тройки спортсменов. Спросили мы у организаторов о запасном плане, если погода не будет располагать к плаванию. Если будет температура воды ниже 17 градусов, соответственно, плавательный сегмент мы заменим на беговой этап. Рекомендуем, если у кого-то есть, чтобы был гидрокостюм. Программа соревнований сейчас на ваших экранах. Схемы этапов и другую информацию о соревнованиях можно узнать в группе ВКонтакте. А если из-за погоды плавательный этап заменится беговым, то триатлон превратится в дуатлон. Но, тем не менее, организаторы уверены, что соревнования, как и в прошлые годы, соберут не менее 50 участников. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».